Друзья, всем привет! Вы на канале Марч Каракум. И сегодня у нас второй вариант раскладки марча. То есть, как мы спим в марче. Второй вариант. Сейчас мы все это дело соберем в спальное место. А в машине мы сейчас имеем два передних сиденья и заднюю металлическую вставку. То есть, это вариант без задних сидений, без пассажиров. Раскладывай. Вставки там, инструмент. Да, здесь у нас хранятся инструменты, стоит газовый баллон. Там же газовый баллон. Под вторую вставку вставляется большая канистра 20 литров с водой, ну либо какие-то другие вещи. Ну там она как тоже. Можно что-то складывать. Мы сейчас ночевали тут в машине, поэтому у нас тут небольшой разгром. Вместо подушек даже можно вот использовать сумки с вещами. Так. Все идет в дело. Подголовники тоже закладываются вот сюда, между сиденьем. Сиденья кладутся вровень с задней вставкой. Потом кладется одежду. Матрас у нас. Одежду можно даже теплую. Следующий идет самодувной матрас. Одеяло я не буду, наверное, оба раскладывать. Два одеяла. Вот. Да, два одеяла, можно туда одно, потом кладутся два. Подушки. Можно одно, можно два. В итоге мы имеем кровать примерно 2,20 на 1,20 и либо 1,30 примерно так. Да, подушки. Вот так у нас подушки. Подушки. Ложись. Покажи размер. Сейчас. А ты, наверное, не снимешь у тебя ботинки. Ну, я так слегка лягу в ботинках.
Рост Вадика 1,72 м примерно. Да, вот я лежу. Да, еще можно там руки вытянуть. Сейчас с этой стороны покажу. Вот так. Да, рост 1,70 м. Это у меня здесь руль, а с твоей стороны. Да, вообще... у меня руля нет, там у меня вообще ноги, наверное, с полметра где-то, да, не достают. В общем, вот так можно спать в марче. Это второй вариант раскладки. Водительское сиденье немножко получше, потому что у нее высота. А под пассажирское, ну, можно даже... Ну, мы сюда там одеялку кладем. Да вот куртку даже снял, подложил под матрас и все. Получается в итоге ровно. Да, то есть все вещи участвуют в спальнике. Можно даже сидеть. Так что в марче можно очень хорошо и комфортно спать. Почему сегодня же... сегодня еще у нас... Слов. А, ну давай еще пару слов. Почему такая высота? Потому что проснувшись, здесь можно сидеть. То есть можно сделать вот такую высоту, но это будет просто нора. Некоторые делают, чтобы там ящики выдвижные делать. У нас вот так. То есть, если ты проснулся, то я могу здесь даже посидеть, чай попить с утра, если идет дождь, к примеру, то есть в машине. И в такой же позиции я могу это все собрать, тоже в машине. То есть переложив как-то, чтобы не выходя на улицу, я все равно соберу. Вот да, так. В такую раскладку можно раскладываться, не выходя из машины. Если, например, на улице идет дождь, то мы можем даже не выходя из машины разложить себе кровать спокойно. В общем, еще раз повторюсь, в марче можно комфортно, спокойно спать. Сегодня на улице было, наверное, градусов 5 тепла, но нам было тепло, хорошо, мы машину даже не заводили. Заводили только первый раз, когда мы только легли, то есть, чтобы не ложиться в холодную кровать. Про спальники скажем. Да, и кстати, что? Спальники у нас с Декатлона, я не помню, почем их брали, по-моему, по 3,5. Ну, проще говоря, обычно... Короче, обычные... я не люблю спальники, которые вот эти вот шуршащие фигня. Я беру именно вот такие вот приятные к телу, короче, хлопковые. Даже не в этом суть. Обычное одеяло домашнее, оно как бы не греет так, а вот спальники греют. Ну да, спальник, в общем, хорошо у нас греет, поэтому мы ими пользуемся. Плюс 10, по-моему, да? Плюс 10, да, вот эти вот. Не реклама, просто они мне нравятся, и все, я еще хочу такие коричневые две штуки. Нет, просто люди могут подумать, там, если взять... Плюс 10, домашнее, да, одеяло, то это. То есть спальник выполняет свои функции, да, что нужно спать тепло. В общем, хорошие штуки. Вот так вот можно спать в марче.